В одной далекой стране жила-была девочка по имени Дюймовочка. Она жила в кувшинке посреди красивого тихого озера. Но однажды ее украла злая лягушка. Она привезла Дюймовочку в свой старый мрачный замок, который стоял на огромном болоте, заросшем зеленой тиной. Лягушка была очень богатой, и все почтительно называли ее мадам Жабе. У лягушки был сынок Федя. Он очень не любил учиться, целыми днями ловил бабочек, бренчал на гитаре или ходил в казино. И вот мадам Жабе и ее старый друг богач Крот решили объединить свои капиталы и открыть на болоте дом модели. На презентацию дома модели они пригласили множество гостей из самых разных стран. Но что главное, лягушка решила женить своего Феди на Дюймовочке. Вовсю шла подготовка к торжеству. Мышка, которая работала у мадам Жабе служанкой, готовилась к приему гостей. Открывают презентацию мадам Жабе
ее модели. Но теперь, конечно, повод крепкий есть. Представляй новый дом модели. И сейчас от модельного искусства. Модельер всегда престижная работа. Проявит интерес и заграничные принцессы к достижениям великого полотна. Ну а если кто-то не уверен в том, что в болоте есть благополучие, или не понравится наш модельный дом, пусть попробует построить лучше. Спорить с ними мы не станем, купим все и все достанем. Что нам спорить с теми, кто не понимает? Есть у нас свои привычки, есть певцы, есть певички, и болото наше славно процветает. Пойдут на лад. Пойдемте обсудим все как следует. Все было так хорошо, когда не появилась эта противная лягушка и ее дом моделей. Я жила в красивой кувшинке и дружила с самым прекрасным принцем. Мы играли с ним, нам было так весело вместе. А теперь красивое, чудное озеро превратилось в огромное болото. Где же ты, мой добрый принц? Я так скучаю по тебе. Своей верна,
говорить глупости. Ну, мам! Ой, кто-то идет, я лучше спрячусь. Все пойдет как по маслу. Наше совместное предприятие, наш дом моделей, будет процветать. Крот так богат, он даже свою фамилию. Знаешь, как пишет? Кротфеллер. Здорово, мам. Вот теперь тебя женим и порядок. Я тебе, Феденька, такую невесту украла. Увидишь, обквакаешься. Ну, конечно, есть красавица и побогаче. Так они все бестолковые, а Димовочка умная. Это то, что нам надо. Понимаешь, сынок? Здорово, мам. Вы здоров, сынок? Это не я. Это кто же это? Ах, это ты, бессовестная девчонка? Подслушиваешь? Я не подслушиваю. Пустите меня. Отпусти мою невесту! Ах, простите. Я даже в мыслях не держу обижать такую прелестницу. Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду по делам фирмы. Неплохо. Я на тебя женюсь. Вот еще чего бы. Потому что я так хочу. Но послушайте, Федя, я вовсе не хочу выходить за вас замуж. Я люблю принца, а вы мне совсем не нравитесь. Мне все равно, кого ты там любишь. Женюсь на тебе я. А пока я пойду в казино, а ты выбери новое платье для нашей свадьбы. Ну как же мне быть? Как мне обмануть лягушку? Кто мне подскажет? Где же вы, мои мечты? Как ленивая для вас. Каждый день, каждый час. Осень, веселый плес. Было все всерьез? Или все приснилось мне? В радости и светлом сне. Я так ждала тебя. Я верила, что ты придешь. Я знала, милый Димович. Поверь, все будет хорошо. А поможет ли это тетушка Мэш? Не знаю, получится ли у нее это. Ведь мадам Жабель не отпускает меня. Не на шаг от себя. Обещаю, все будет хорошо. А пока мне нужно идти. Не скучай, милая Димовочка. Ой, кажется, крот пожаловал. Я лучше пойду к тетушке Мышке. Как хорошо богатым быть, никем-нибудь руководить. Везде порядок, чистота, и слушаются все крота. И слушаются все крота. Советы просто не даю, я их за деньги продаю. Я старый и богатый крот, не знаю никаких забот, не знаю никаких забот. А вы не говорите лишних слов, я все подряд купить готов. Я все подряд готов купить. Сказал я, значит, так и быть.
Ну где же этот прохвост и жук? Ну да ладно, подожду. Этот новенький дом моделей. Какая выгодная сделка с соседним полем. Я им зерно, они мне кукурузу. А кукурузу мы на что-нибудь тоже прибыльно променяем. Ай да я! Тысячу раз извиняюсь, шеф, за ужасный приговор. Клорадские жуки не очень разговорчивый народ. Ну вы же меня понимаете, шеф, мы толком все обжужжали и решили, что... Хватит жужжать, перейдем к делу. Ты знаешь, что мадам Жабе хочет женить своего лягушонка на очаровательной дюймовочке, с которой не сравнится все мои богатства? Да, что ты такое слышал? Ну вот, я бы тоже не прочь жениться, понимаешь? Понимаю. И кто же эта прекрасная девушка? Дюймовочка, конечно же, болван ты этакий. Ну позвольте, ведь она выходит замуж за Федьку. Федька подождет. И как вы себе это представляете? Ты приводишь сюда Димовочку, мы с ней поженимся и отправимся в свадебное путешествие куда-нибудь, скажем, на соседнее поле. Вы, конечно, круто суверенный, но как мы сможем это сделать? Ведь за ней постоянно приглядывает мышь. Мешок отборного зерна, и вопрос будет решен положительно. А тебе, я гарантирую бесплатный вход на рисовую плантацию. Ну так мы все делаем в лучшем виде, шеф. Я уверен, жук справится с этим делом. Пойду прогуляюсь по своим владениям. Знаю, только ты не волнуйся. Я сделаю так, чтобы вы с принцем были вместе. Какая вы хорошая тетушка. А теперь иди. Слышишь, сюда направляется жук. А, явился? Все ворчишь, старая сковородка? Уж куда нам до вашего жужжания? Ладно, есть дело. Хочу предложить тебе выгодную сделку. Ты приводишь Димовочку к роту и получаешь за это целый мешок отборного зерна. Ну как, предложенница? Заманчиво. Только у меня есть встречное предложение. Ты случайно ничего такого не замечал? Приходилось. А что? Как это что? Я же давно люблю крота. Только любовь моя тайная, о ней никто и не догадывается. А если догадается? А если догадается, то обрадуется. Поэтому лучше Димовочку оставить, а вместо нее отвезти кроту меня. Понимаешь? Понимаю. А если догадается, что ты не Димовочка, что со мной тогда будет? Я тебя прикрою. Ты же меня знаешь. Ну ладно, договорились. Ну я пошел. Ну ты хитрёга. Все ли готово для свадебного торжества? Все, абсолютно, мадам Жабе. Кстати, приехала супермодель и просит вас принять ее. Ее зовут Наоми Клокэмбл. О, знаешь, мам, я ее видел по телевизору. Она ничего. Федя, обсудим это с тобой потом. А ты, мышка, иди посмотри, что там делает Димовочка. Слушаюсь, мадам Жабе. Федя, какая еще супермодель? Ты женишься на Димовочке и точка. Ну, мам, Димовочка некрасива. Как там в песне? Дельфин и русалка. Не пара. Это ты, что ли, дельфин? Ну, ты молодец.
сам-то ничего сделать не можешь, ты только попить вкусного, да поесть, да в казино сходить. Так что помолчи! Ой-ой-ой-ой-ой! Темновато тут что-то. Доклады обстановку, жук. Все сделано в лучшем виде, шеф. Имею честь представить вам милую Димовочку. Меньше было. Какая-то шик, понимаете? Мадам Жабе нарядила ее в новое платье суперфасона. Ага, это хорошо. Ты так в нем и ходи. Пусть думают, что ты святая. А то говорят, что я жадная, а вовсе не жадная. Я просто эконом. А ты, милая, хочешь за меня замуж? Мечтаю. Решено. Жук, неси сюда брачный контракт. Гротфеллер. О, мадам Жабе, спешу уведомить вас, что я женился на очаровательной Димовочке. Что? Как это так? И где она, эта девчонка? А вот, рядом со мной. Что? Какая-то это же Димовочка, это же мышь. Ну что, вы что, меня за дурака принимаете, что ли? Я что, не могу отличить мышь от Димовочки? Вы что, дядя, морковки объелись? Так, все, хватит. Скажи, милая, что ты есть действительно Дюймовочка. Да, я действительно мышь. И очень рада, что вышла замуж за крота. Что? Как вы смеете выразиться? Вы мышь? Понял, старый дурень. Ну тогда я не женился. Нет уж, милый, а брачный контракт кто подписывал? Женился, еще как женился. Ну и ладно, а теперь и моему Феденьке пора жениться. А ну-ка, жук, веди сюда Димовочку. А вы разве не слышали? Димовочка собирается уехать в волшебную страну вместе с принцем. Что? Так это вы с жуком все подстроили? Ну, я вам сейчас устрою. Все, хватит! Пиджак мой не порвите, он карден. Все, женился я на мыши, женился. Друзья, у меня есть для вас выгодное предложение. Пусть Федя женится на этой супермодели. Какая невеста? Красивая, богатая, знаменитая. Да вот, кстати, она. Друзья, позвольте вам представить прекраснейший цветок нашего болота –
Наоми Квакем. Ви очарователь, а ваші мухомори на вашому болоті дуже красиві. А улітки такі нахальні і медлительні, а Федя даже дуже милі. А ти, синок, що скажеш? Ти красотка, я не хуже, і твоїм я буду мужем. Справлюсь я з любим медведем. Ты на Оле, а я Петя. Ладно, дети, будьте счастливы. Что? А, что, да. Бентли угнали? Ладно, а Дюймовочку я отпускаю. Так и быть. Ну вот, все. Видите, как все хорошо закончилось. Тимовочка, принц, идите сюда. Спасибо вам. Видите, как все теперь довольны. Спасибо вам, тетушка Мышка. Теперь мы с принцем поедем в волшебную страну и будем счастливы. А где же... А где же эта страна? За высокими горами. За широкими морями. Находится волшебная страна эльфов. Там всегда тепло. Бабочки порхают цветками цветов. А жители сказочной страны добрые и приветливые. Как хорошо, что на свете есть такие страны. Thank you.
модели Мария Такер, Ульяна Огурцова. Супермодель Наоми Кэмпбелл, Василиса Кузьмина. Лягушонок Петя, Марк Кибискин. Жук Давид Шикелашвили, мадам Жабе, Татьяна Ростокина. Крот Григорий Штрот, дебют на большой сцене, мышка Анна Кириллова. Принц эльфов Стефан Кибискин и очаровательная дюймовочка Маргарита Филимонова. Руководителя театрального коллектива студии «Форсаж», преподавателя актерского мастерства и режиссера-постановщика этого спектакля. Это Мария Вилентьева. Встречайте, пожалуйста, режиссера аплодисментами. Да, пожалуйста, цветы артистам на сцену, пожалуйста. Поток поклонников не иссякает. Все несут цветы, свои улыбки, благодарности. Ну и я, на самом деле, с удовольствием присоединюсь к этому потоку любви. И я хочу вручить руководителю коллектива от нашего фестиваля, от «Дома молодежи Рекорд» с благодарностью, признательностью и любовью наш диплом фестиваля. Спасибо вам. Поздравляем вас. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, мы сейчас предлагаем вам минут 10-15 передохнуть. И после этого приходите, пожалуйста, на второй этаж, в кафе. Там продолжение нашего фестивального дня состоится. Вы сможете услышать замечательные, всеми любимые песни в исполнении двух вокальных коллективов. Итак, в кафе через 15 минут ждем вас всех. Спасибо большое за внимание.